у меня нету какого-то крутого образования, скажем, я не закончила Гарвард, Стэнфорд. Есть у меня вообще шансы? Если вы подадите резюме и покажете свой рост в оркестре Большого театра, когда вы, например, и там доросли до главного дирижера, ты такой человек пройдет скрининг. А что именно делают консультанты? Это эксперты мирового уровня, влияет на нашу ежедневную жизнь в буквальном смысле слова. Расскажи, сколько получают консультанты? Можно я тебе отвечу вопросом на вопрос? Надь, хочу задать тебе прям целый блок вопросов на тоже одну из животрепещущих тем. У меня на моем YouTube-канале, в моем блоге, в Инстаграме достаточно много девушек. Ну, признаюсь честно, их большинство. И вот хочу поднять тему девушек и консалтинга. Какой процент девушек в McKinsey? Слушай, сейчас среди сотрудников он стремится к 40, но так было не всегда. То есть я еще же и занимаюсь различными female-программами в фирме и отвечаю за найм девушек. И вот лет 5 назад эта там цифра была около 20%. То есть она возросла в 2 раза. Но вот сейчас она, да, там стремится к 40%. Там плюс-минус. С 20 до 40 за 5 лет? Да. И я так полагаю, эта цифра будет продолжать расти. Есть такая амбиция у компании? Мы делаем все для этого. Да, такая амбиция есть. А почему вообще в консалтинг прям активно привлекают девушек в последнее время? Просто вот мы видим большое количество разных мероприятий, Four Steps to McKinsey, специально для девушек и так далее. NGWL, кстати. Да, New Generation Women Leaders. С чем это связано? Почему? Зачем консультантам девушки? Да, смотри, я здесь, наверное, сделаю шаг назад и расскажу, там, с чем это вообще связано и зачем это нужно там, консалтингу, не только консалтингу, и такая тенденция по всему миру. Были проведены исследования на Западе, которые показали два, соответственно, важных результата. Первое. Более разносторонние, глубокие и интересные решения принимаются в командах, когда есть и девушки, и мужчины, потому что все-таки у девушек и мужчин чуть-чуть разный подход к решению проблем и чуть разный тип мышления. Второе. Клиент воспринимает лучше команды смешанные. То есть, опять же, у топ-менеджмента клиента могут быть девушки в совете директоров, например. Или девушки там более мягкие, да, там клиент тоже мягкий, вот они нашли точки соприкосновения. То есть, когда команда diverse, мы будем, да, называть это модным словом, она приносит больший результат. Собственно, мы нацелены на результат. И, собственно, поэтому мы там нанимаем девушек для того, чтобы команды были смешанные. Потому что, ну вот смотри, если 20%, да, девушек у нас было, команда у нас стандартная, руководитель проекта плюс 3. То есть, возможно, в какой-то команде их вообще не было. Да. То есть, эта команда были там, ну, преимущественно полностью мужские, либо с одной девушкой, да. Угу. Соответственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы эти команды были diverse, причем это касается даже не только мужчин и женщин, это касается, мы ждем людей с различными бэкграундами, различных взглядов на жизнь, да, в различных аспектах жизни. То есть здесь мы абсолютно открыты к любому человеку, который хочет там себя попробовать в отборе, либо поработать с нами. А за счет чего это достигается? То есть вот было 20%, стало 40%. У девушек есть какие-то поблажки в отборе? Или каким образом выросла эта цифра? Это очень частый вопрос. Продолжая вот эту тему, когда мы поняли, что там нам нужны девушки, что они действительно приносят лучшие результаты, все это доказано международными исследованиями, мы стали анализировать, почему девушки не очень охотно идут в консалтинг, да? И среди основных причин была причина того, что они не очень уверенно себя чувствуют и воспринимают каждый этап отбора как такое большое жизненное испытание, очень расстраиваются, например, если они проходят там digital assessment или раньше был тест или интервью. Для них это вот очень такое personally
важный процесс, более важный, чем для мужчин, которые, в принципе, там, может быть, чуть более достигаторы, не расстраиваются и постоянно идут дальше. И мы стали с этим работать, и, собственно, все программы Four Steps to McKinsey, Next Generation Women Leaders, которые, кстати, сейчас у нас активно идет, и другие программы, которые мы делаем здесь у себя в Москве и по миру, они, собственно, нацелены на то, чтобы показать девушкам, что девушки у нас есть, что они отлично работают, что все у них хорошо, и что мы готовы помочь в любом, на любом этапе отбора для того, чтобы вы были успешны и там, свой максимум какой-то смогли показать. Угу. Вот, собственно, в этом вся причина, вся логика. Я поняла. Я хочу тебе, пока ты говорила, я вспомнила свою ситуацию, как я попала в McKinsey, и немножко расскажу, да, на примере. В какой-то момент вечером я сижу дома и решаю problem-solving test. Это предыдущая версия тестирования в McKinsey. Я думала проходить отбор, потому что мне был интересен консалтинг. Но тут раздается звонок, и Надя мне звонит и говорит: «Здравствуйте, это Надежда Жукова, я рекрутер McKinsey, не хотели бы вы со мной пообщаться?» Я вот не поняла, как это случилось, то есть я еще пока не подала заявку, ничего. У меня были предыдущие попытки прохода в фирму, в отбор, прохождение отбора, но в этот раз от меня была полная тишина. По сути дела, можно сказать, что ты меня схантила. Что за этим стояло? Как это работает? Очень просто отвечу на твой вопрос. Я прекрасно помню эту ситуацию, как мы с тобой созванивались и так далее. Когда ребята не проходят отбор один раз, это абсолютно там ни о чем не говорит, и это абсолютно стандартная нормальная ситуация. Мы очень часто смотрим, кто из ребят не прошел там, тот или иной этап отбора, смотрим профайл на LinkedIn, который меняется у людей, соответственно, с годами, и возвращаемся к тем, кто, как нам кажется, сможет пройти его там через какое-то время. Я посмотрела твой профайл на LinkedIn, посмотрела, что ты не прошла отбор и уже твой срок ограничения по подаче заявки закончился, и решила проактивно тебе позвонить, потому что поверила в тебя и подумала, что у тебя все получится. И все правда получилось. Спасибо тебе, что ты в меня поверила. Ты упомянула срок подачи заявки. Есть какой-то бан, да, период, если ты не проходишь отбор, да, ты не можешь подавать. Это 2 года при любом случае, кроме теста для стажеров. Если ты стажер, идешь на стажер и не прошел тест, это год. Во всех остальных случаях ты можешь подать повторную заявку через 2 года. Это общее правило фирмы. Очень часто меня тоже про него спрашивают, почему так. Это там правило, которое любой офис, соответственно, вам скоммуницирует, если что-то не получилось. Оно исходит из того, что мы считаем 2 года, опять же, основываясь там на нашей исследованиях и на огромном опыте, это достаточный срок, чтобы качественно что-то поменялось в вашем прохождении этапов отбора. То есть мы считаем, что там через полгода, через год там это не поменяется, и вот 2 года это оптимальный срок для того, чтобы вы приобрели скиллсет, которого вам не хватило для того, чтобы попробовать снова. Попыток может быть неограниченное количество, 4, 5, сколько угодно. То есть второй миф, который есть, что там после первой попытки неудачной там тебя никогда не позовут. Ну, вот. Это точно миф, и я живу этому пример. После 2 неудачных попыток так получилось, что я прошла с 3-й. Окей, да, спасибо тебе большое. Вот такой более провокационный, наверное, вопрос сейчас задам про девушек и консалтинг. Вы активно девушек привлекаете, большое количество рекрутинговых ивентов, вы много рассказываете про консалтинг, про то, как классно, интересно работать, а вот в реальности каково действительно девушкам в консалтинге? Вот как теоретически, работая в таком режиме, да, мы обсудили эти 12 часов среднестатистически, можно создать семью, родить ребенка, жить какой-то более-менее сбалансированной жизнью. Как девушки с этим справляются? Слушай, очень по-разному, и действительно бывают там разные случаи. Зависит, мне кажется, от конкретной девушки, на что она ориентирована. То есть, безусловно, когда у девушки приоритет там семья, рождение ребенка и отказ там на какой-то момент от карьеры, это может произойти в любой компании с любой девушкой, да?
Если девушка ориентирована на карьеру, она будет ориентирована на карьеру всегда. То есть каждый случай индивидуален. Мы как фирма помогаем и девушкам в декрете, и после родов, и так далее. У нас есть ряд программ, если интересно, я про них расскажу. Но в целом мы там, как фирма, там делаем какие-то там шаги навстречу тому, навстречу девушкам, но здесь каждый случай индивидуален, и, конечно, кто-то уходит из консалтинга, из девушек, кто-то там остается долго, рожает детей, каждый путь, он индивидуален, случаев есть очень много. Ну вот у нас, кстати, недавно был же Клабхаус, вот, может быть, если кто-то из твоих подписчиков присоединялся, мы как раз говорили о карьере и семье, разделять нельзя, сочетать, и думали, да, где же поставить запятую, да. И действительно там пришли к выводу тому, что сочетать — это единственное правильное решение, и это выбор там девушек-лидеров, поэтому вот мне кажется, что... Вот, да, действительно, была очень интересная беседа. На ней присутствовало два партнера McKinsey. У одной 5 детей, у другого, другой 4 ребенка. Вот. И они рассказывали о том, как они вообще жонглируют своей семьей и действительно крутой карьерой. И это было очень интересно послушать. Я прям много для себя вынесла, хотя вроде я тоже была одним из спикеров и должна была вещать. Я просто записывала, сидела, чтобы это запомнить. Ты упомянула программу о том, как поддерживают девушек, которые там решили создать семью. Я точно знаю, что для многих моих подписчиц, для моей аудитории это актуально. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, смотри, я бы начала с того, что, в принципе, проектная деятельность, она гораздо более гибкая, нежели там постоянная работа там с 9 там, до 6, пусть даже. То есть, работая на проектах, ты, во-первых, можешь брать огромный отпуск между проектами, там, до 4 месяцев, и там, уделять время семье, своим личным делам и так далее. Он называется take time. Приведу конкретный пример. У нас есть девушка, которая, она сейчас руководитель проекта, соответственно, вот у нее 2 детей, и каждое лето она проводит с детьми на курорте. На 3 месяца она берет отпуск между проектами, и там практически это не влияет на ее карьерный рост. То есть у нее также есть промоушены, и также, она также там несколько уже их имела и так далее. Это там первая история, да, это история про take time, про большой отпуск между проектами, который помогает тебе распределять правильно свое время, уделять его семье. Вторая большая история, когда ты выходишь, соответственно, из декрета, понятно, что первое время с маленьким ребенком очень сложно, у нас есть part-time работа. Вот Наташа, она как раз, которая была с нами на мероприятии, у которой 5 детей, тот человек, который работал таким образом, она работала 4 дня в неделю, плюс какие-то там дни она там тоже брала для того, чтобы делать свои дела, если вдруг это было необходимо. Такая опция тоже есть. Ну и плюс то, о чем мы говорили в начале, когда ты, в принципе, там своей команде говоришь о том, что, ну вот я, например, там с 8 до 10 вечера кормлю ребенка каждый день, и это вот мой коммитмент, который мне как партнеру, как руководителю проектов нужен, и вот как бы... Там, это то, там, мое там, условие работы на этом проекте, и все здесь тоже идут навстречу, и есть такие женщины, которые действительно, там, которых там, время с 8 до 10 вечера неприкосновенное, они проводят его с детьми. То есть здесь есть из-за того, что это проектная деятельность, некая гибкость, которая помогает женщинам правильно управлять своим временем, но и мы плюс как фирма все понимаем и поддерживаем. Я поняла тебя, спасибо.